гость. Очень здорово, что вы пришли снова. Приходите почаще. Сегодня, как вы знаете, мы поговорим о том же, как же все-таки улучшить производительность в Angular 2 и плюс уже. Поэтому хочу представить вам нашего сегодняшнего докладчика. Это Саша Трищенко. Возможно, вы уже знаете его. Если не знаете, знакомьтесь. Саша является сеньором Java-девелопером компании DataArt. Ой, я прошу, JavaScript, я прошу прощения, все правильно, Angular, JavaScript, очевидно. Да, Саша является активным докладчиком на многих конференциях и в Днепре, и в Украине. Пожалуйста, Саша, тебе слово. Тогда ближайшие 10 минут будет что-то знакомое. Дальше другое. Что такое 128 часов? Число 128. 128 часов. Это 3 рабочих недели. И один день. Это 4 пятых годового отпускного плана, в случае, если у вас 20 рабочих дней. Это какие-то деньги для компании, может быть, для вас. И каждый может придумать множество вещей, которые вы бы сделали за эти вот 28 часов. Что же мы делали эти 128 часов? Мы дебажили проект на Angular 2 для того, чтобы довести его до состояния, когда нам не надо закладывать риски в каждую таску абсолютно, чтобы разобраться, что эти черти до нас сделали. Сейчас я хочу вам рассказать, какие проблемы мы решали, и предостеречь вас от повторения тех ошибок, какие сделали наши попредники, и те ошибки, которые сделали мы впоследствии. Об этом и пойдет речь. Итак, наша агенда. Я расскажу о том, почему производительность важна, что мы можем сделать, какие у нас есть проблемы в оптимизации, как мы их будем решать, ну и немножко выводов. Сфер для улучшения у нас не так уж и много. То есть что мы можем улучшить? Мы можем улучшить размер бандла, и мы можем улучшить производительность непосредственно самого кода, который мы пишем. Начнем с инфраструктуры, потому как инфраструктура, с моей точки зрения, наиболее правильное описание того, что мы можем сделать с размером нашего бандла. У нас есть несколько возможностей, о которых мы поговорим. Итак, ни для кого не секрет, что если собрать с помощью Angular CLI проект и выполнить ng-build, вы увидите бандл вот такого вот размера. Об этом стыдно говорить, но давайте признаемся. Он весит почти 3 мегабайта. 3 мегабайта в конце нулевых. Это был браузер у меня на телефоне, клиент для ASCII и игра. А сейчас это Hello World. Приложение, которое выпускается в браузере, запускается в браузере. То есть опять три приложения, одно из которых игра, SAS, там картинки всякие были, может даже 3D-модельки, и фронтенд приложение. Это никуда не годится. И в случае с Angular 2, просто изменив подход к сборке, мы можем оптимизировать размер этого бандла до вот таких вот цифр. Это все реальная цифра с реального проекта, то есть это не шутки. Почему это имеет значение? Если вы посмотрите на график, вы обратите внимание, что в зависимости от скорости подключения пользователя меняется кардинально его опыт взаимодействия с нашей страницей. Хорошо, когда есть 3G, но не всегда он есть и не везде он есть. И в среднем пользователь, который будет заходить с 2G, он будет видеть нашу страничку до нашего, который написан на Angular 2, он будет ждать ее 360 секунд, то есть 6 минут. То есть представьте себе картину, вы решили зайти в свой онлайн-банкинг с телефона по дороге в какой-нибудь другой город,
И, ну что, открывайся, там пойду кофе выпью, а потом... Куда это годится? Никуда это не годится. Почему я заговорил о мобилках? Потому что 80% пользователей владеют смартфонами. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас владеет смартфоном. А кто из вас выходит с него в интернет? Об этом и речь. Вы можете сказать, что вот эта ситуация описывает именно развитые рынки, но в африканских странах, в азиатских странах этот процент еще больше. В силу того, как доступ к десктопам и проводному интернету у них развивался слабо, мобилки оказались основной панацеей для выхода таких стран в интернет. Скажем, в Малайзии 91%. Больше 50% пользователей, половины, когда просыпаются, берут в руку смартфон. Я тоже так делаю, я думал, я один такой. Потом вот нашел это исследование, и мне стало легче на душе. Именно. Также есть исследование, что 60% пользователей после того, как они зайдут в наш банкинг, подождут 6 минут, они больше не вернутся туда. А 40% пойдут в другой банк для того, чтобы просто назло. Опять же, почему это все имеет значение? На протяжении последних лет мобилки увеличивают свою долю количества хитов на веб-ресурсах, а десктопы теряют свою роль. Собственно, что мы можем сделать с размером нашего бандла? Первое. Сжать картинки. Сжать стили, шаблоны, скрипты. Удалить ненужный код. И если, в принципе, с первыми двумя пунктами понятно, то о третьем мы будем говорить сегодня много. По поводу картинок, я не хочу об этом останавливаться. Есть множество способов сжать картинки, в том числе с помощью NPM-пакетов. NPM-пакеты для всего, причем у нас уже альтернатив много, и я думаю, что здесь пакетов 100 на самом деле уже можно найти. Мы можем сжать стили. Практически любой препроцессор позволяет нам сжимать стили. Есть куча лодеров для веб-пака, для чего угодно. И Angular Cli позволяет нам собирать проекты с минификацией скриптов по умолчанию. Более того, Angular Cli позволяет нам инжектить стили в HTML для того, чтобы уменьшить количество запросов к серверу. HTTP на 2 нам только снится, поэтому пока это хорошо. Итак, а со скриптами не все так просто. Да, мы можем сжать скрипты с помощью Webpack-плагинов. Мы можем это делать просто в проекте, который мы инициировали с помощью Angular Cli. Легко. Но наши файлы останутся непозволительно большими. Вот совсем непозволительно большими. Поэтому мы должны удалить ненужный код. Говорить я с вами буду сейчас о такой технологии, которая называется tree-shaking. И как вы можете увидеть, пока это еще примеры на втором Angular. Как изменялся размер бандла на двух живых приложениях, просто когда их собрали с использованием tree-shaking. Собственно, что такое tree-shaking? Tree-shaking называется так, потому как основная его идея была потрусить дерево. Tree-shaking позволяет нам удалить ненужные пакеты, которые... Не пакеты, ненужный код, который мы не используем. Скажем, у нас есть... Сейчас я покажу пример. Скажем, у нас есть какая-то библиотечка, чисто абстрактная. И у нас есть другой кусок кода, который вызывает, подключает только одну функцию из этой библиотечки, вот Calculate Dimensions. И все остальное нам не надо. Что сделает Webpack, реализуя tree-shaking? Он пометит ненужный код, и с помощью Uglify.js плагина для Webpack он его заберет и удалит. То есть в результате закомментированный код он у нас уйдет. Теперь посмотрим на реальность. На текущий момент Angular Cli не умеет собирать проекты с tree-shaking, но для второго Angular. Собственно, решение — это использовать последнюю версию Angular Cli и собирать Angular 4. Ну и также, если у вас старый проект, и у вас старый TypeScript, или еще хуже, System.js, и у вас нет последнего пака, тогда разбирайтесь сами.
Сейчас я также вам, прошу прощения, добавлю пару слов. Хочу с вами поговорить о компиляции, о том, как мы можем это дело скомпилировать, и вопрос пойдет именно о двух способах компиляции. Just-in-time компиляция и ahead-of-time компиляция. Just-in-time компиляция — это то, что мы привыкли видеть. Это код, который легко live-reloadить, то есть мы что-то изменили, код изменился, поправили темплейт без перезагрузки даже самого приложения, мы подтянули этот темплейт обратно, и он у нас работает. У нас нет необходимости собирать приложение после изменений. Это тоже удобно. И это стандартный компилятор Angular 2 CLI. Я подчеркиваю, что если мы просто выполняем build, не production, то мы получаем большой build, который собирается с just-in-time компиляцией. А чему нас всех учили в школе? Я сейчас расскажу. Первое — это то, что нам не надо компилятору, если мы используем out. То есть чем это хорошо? Это грузится быстрее. Почему это грузится быстрее? Когда мы используем out, мы компилируем код на стороне сервера. Мы его собрали, мы дали пользователю бандл без всей этой инфраструктуры для того, чтобы выполнить сборку темплейтов, чтобы построить AST-дерево на фронтенде. То есть это все происходит на бэкенде, бандл весит меньше, и фронтенд, соответственно, еще и быстрее работает из-за того, что ему не приходится постоянно себя собирать. Вот. И что очень важно и что смешно, JIT использует eval. Вот это для нас не очень радужно и не очень хорошо. Собственно, я затронул тему AST. Angular под капотом собирает абстрактно-синтаксическое дерево всего темплейта, который у нас есть, для всех темплейтов, какие у нас есть. То есть, грубо говоря, там в мемберсах хранятся сами дом-ноды наши, в декораторах описываются все байдинги, какие у нас есть. Описываются все ивенты, которые мы подключили, и так далее. Собственно, в результате, опять же, этот график еще для второго Angular, мы можем получить размер бандла чуть более 500 килобайт, просто собрав его с трешейкингом и аутом. То есть с помощью нескольких простых инфраструктурных действий мы можем уменьшить размер бандла несколько раз, почти в 5. Теперь я вам покажу кое-что. Я обещал вам немножко Angular 4. Собственно, сейчас у меня установлена последняя Angular CLI. И мы создадим простейший проект на Angular CLI. Тест 4 пусть будет, Angular 4. Это может занять немного времени, поэтому пока он собирается, предлагаю вам немножко еще на котика посмотреть. Пока мы ожидаем, поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто использует Angular CLI в проектах. Отлично. К сожалению, несмотря на то, что пакеты у меня закэшированы, это займет какое-то время, потому как это NPM. К слову, я сегодня пытался запустить этот тест на виртуалке для того, чтобы сравнить производительность CLI со вторым Angular и с четвертым, обнаружил с удивлением, что NPM install не работает, если оперативной памяти меньше гигабайта. То есть утилита, которая качает файлы с интернета консольно и раскидывает их по папочкам, не работает, если у вас на машине меньше 1 гигабайта оперативной памяти. Итак, у нас есть проект. Давайте мы его соберем. Это займет уже не так много времени, к счастью. В первую очередь я хочу обратить внимание, что для чистоты эксперимента я удалю все файлы, которые мапы наших JS-ников, то есть. У нас остались только JS-ки. И их размеры вы можете видеть. То есть вот наш vendor bundle. 2,1 мегабайта. То есть это голый
Angular 4, без трешейкинга, без заота. То есть просто вендор у нас уже весит 2,1 мегабайта. К счастью, в Angular 4 AOT включили по умолчанию в продакшн сборку самого Angular. То есть сейчас мы сделаем небольшую магию. И соберем наш проект с использованием трешейкинга и AOT. То есть что трешейкинг сейчас работает из коробки в Angular CLI, что AOT работает из коробки. Сейчас. Как вы можете видеть, наш вендор заметно похудел. И это результаты, которых нельзя было добиться в Angular 2, даже если мы использовали AOT, и даже если мы использовали трешейкинг, что для нас очень хорошо. То есть суммарно размер бандла с всеми JS-никами будет 404 килобайта. Вот сейчас только весит Angular 2, прошу прощения, Angular 4, собранный просто с продакшн-флагом. И в отличие от второго Angular, для этого нам сейчас нет необходимости извращаться и мучиться. Итак, хватит котика. Я рассказал вам, как мы можем уменьшить размер бандла, используя инфраструктурные возможности Angular 2 или 4. Теперь поговорим о производительности. Производительность в первую очередь у меня ассоциируется с архитектурой. На фронтенде есть архитектура, да, и здесь я привел два примера реализации абсолютно одинаковых вещей с разным подходом. Что то является жильем для рабочего класса в двух разных странах. Только в одном все продумано, в нем удобно жить, в нем никто не припаркуется перед твоим подъездом, когда тебе надо скорая, из дома удобно вывести коляску и так далее. К этому мы должны стремиться и на фронтенде у нас. И с хорошей архитектурой мы можем добиться лучшей производительности. Мы можем уменьшить количество запросов на сервер, что также повышает производительность как и фронтенда, так и бэкенда, так как мы используем меньше серверного времени бэкенда, что для нас тоже важно. Мы можем позволить нашему приложению также загрузиться быстрее, потому как после загрузки JS-ников наших еще какое-то время тратится на инициализацию. Это время тоже можно сократить. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить об ивентах, как мы можем использовать их эффективнее. Мы поговорим о том, что мы можем сделать с датаслоем и как взаимодействовать с серверами более эффективно. Поговорим немножко о том, что можно сделать с ассетами и про композицию компонентов. Ну и да, немножко про дом. Наша основная проблема, с которой мы сталкиваемся при разработке на Angular 2+, она не сильно далеко ушла от проблемы Angular 1, это большое количество слушателей, которые не всегда нужны. Все байдинги — это дополнительные слушатели. И когда их много, когда приложение большое, особенно если, там, скажем, таблица, которая интерактивна, мы можем столкнуться с большими проседаниями производительности. И для этого в Angular 2 предусмотрена очень крутая штука. Это Change Detection Strategies. Изначально используется вариант, который работает всегда для всех и в котором тяжело выстрелить себе ногу. Но если нам надо производительность, если мы готовы немножко заморочиться, у нас есть onPush. Кто из вас помнит этот мультик? Прекрасно. Я добавил этот слайд не просто так, потому как мы будем говорить о мутировании, о мутабельных и мутабельных типах данных. Change Detection стратегии переключается очень просто. Есть стандартный компонент Change Detection Strategies, по сути, enum, который мы можем подключить в декоратор нашего компонента. Я прошу меня простить, я не смог растянуть этот код больше, чем он сейчас будет на экране, поэтому, пожалуйста, оденьте очки. Есть пример кода, написанного с использованием иммутабельных структур данных. Подскажите, пожалуйста, нужно ли кому-то объяснить, что такое мутабельная структура данных? Хорошо. Я объясню. Грубо говоря, структуры данных могут быть мутабельными и немутабельными.
Мутабельная структура данных — это все то, к чему мы привыкли в обычном JavaScript. Скажем, массив. Мы можем его создать, можем в этот массив положить какие-то дополнительные элементы, но массив остается тот же. И ссылка на массив у нас остается та же. То же самое работает с объектами. Мы можем создать объект, мы можем обратиться к его ключу, изменить значение этого ключа, мы можем... Чего мы только не можем сделать с этим объектом, но ссылка на объект остается та же самая. И когда Angular 2 плюс проверяет для наших бандингов, что у нас изменилось, он вынужден проходить по всем объектам, по каждому ключу и сравнивая значения каждого ключа и каждого значения, что является, по сути, очень дорогой операцией. Скажем, если это большой какой-то компонент, там могут быть массивы и тысячи значений, и нам надо следить изменения одного значения в этом массиве. Это очень дорого. На помощь нам приходят иммутабельные значения данных, потому что добавить к ним потерянную. У нас потерялся Микеланджело, а мы его добавим. И вот это подход с использованием мутабельных структур данных. То есть, грубо говоря, у нас появился в начале при создании компонента массив characters, и в нем можем его пересоздать, и только так. Таким образом, мы переопределяем наш this characters с помощью нового иммутабельного листа. На самом деле вы можете использовать те же самые массивы. Создать новый массив, ссылка изменится, и вся схема сработает. Но здесь два примера. Этот пример сработает в случае с NGN push, потому как изменилась ссылка на characters, и будет простое сравнение старого characters с новым. Это не пройдет в режиме on push, потому как старый characters и новый characters являются одной и той же ссылкой на один и тот же массив. Если вы хотите узнать больше по этому поводу, есть просто очень крутая статья о том, как мужик написал игру на Angular 2. Она оказалась медленной, и он оптимизировал ее с помощью NGON Push, и результаты его действительно поражают. Также мы на проекте используем для иммутабельных структур Immutable.js. Это замечательная библиотека, которая вот как раз пример ее синтаксиса я привел здесь, которая предоставляет множество удобных структур, и она просто работает. Ну, она простая, как пробка. Что мы можем сделать с ивентами? С ивентами все на самом деле проще. Мы можем использовать корректные lifecycle-хуки. По поводу lifecycle-хуков я остановлюсь, потому как у нас есть множество возможных способов проверять наше значение. То есть мы можем не проверять значение, прошу прощения, подписываться на события. То есть это могут быть какие-то чейнджи, которые мы имитим из темплейтов. Это могут быть события, которые происходят внутри самого Angular. Например, есть цикл ng-docheck, который запускается каждый раз, когда в приложении что-то изменяется. Это происходит несколько раз в секунду. Естественно, что проводить какие-то сравнения в таком случае — это дорогая операция, и для нас это не подходит. Дальше. Мы должны быть осторожны с нашими основными элементами, которые мы пишем, ивентами. Личными, которые мы пишем, и деструкторами, которые мы можем использовать потом. Бывают случаи, когда нам надо таки создать ивент самим. Скажем, есть какое-то модальное окно, и мы хотим отловить клик за пределами этого модального окна. И нам, скажем, надо подписаться на body, вот это есть. В таком случае нам надо не забыть при уничтожении компонента нашего модального окна вызвать деструктор для метода, который мы вызвали. С одной стороны, это кажется очевидным, но, к сожалению, это, пожалуй, один из тех многих источников потерь памяти, какие мы имеем. Дальше. Избегать дубликации ивентов. Потому как наиболее популярный пример, который встречается, это подписка на keyup, keydown, который выполняет один и тот же callback, и логика выполняется дважды. Это может быть какой-то фильтр, где происходит сравнение данных, например. Это тоже дорогая операция. Избегать создания бессмысленных ивентов. Бывают случаи, когда нам не надо подписываться, скажем, возьмем тот же самый input на эти же изменения input. Бывают случаи, когда достаточно проверить данные по сабмиту. По поводу неразумных подходов. Сегодня был замечательный пост
о том, как ребята придумали новый способ сортировки. Sleep sorting. И это, к сожалению, то, что на самом деле мы многие бессознательно пишем в наших проектах. Но сортировка крутая. Дальше. Что мы можем сделать с DataSwam? Первое — это мы можем использовать кэширование какой-то информации, которая меняется редко. Для этого у нас есть множество возможностей. Скажем, если мы загрузим список опций для меню, какие у нас могут быть, нет необходимости каждый раз их приводить при переходе на разные компоненты. Там, списки ролей пользователей и так далее. Это все можно загрузить один раз. Второе, что я еще хочу сказать, это использование настоящего REST API. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас использует HateOS. Ну, это значит, что среди нас почти нет никого, кто использует настоящий REST API. И очень рекомендую все-таки помнить про дебаунсинг, не только для HTTP-реквестов, для той же самой печати, для тех же самых ивентов, какие мы можем использовать при работе с потоками. Это все может быть действительно полезно. И фоновые сервисы порой позволяют тоже сэкономить процессорное время. Я не просто так затронул тему HateOS. Это спецификация, часть спецификации REST API, которая описывает такую штуку, как Links. Грубо говоря, мы можем для каждого endpoint описать, для каждого ресурса, скажем, у нас есть ресурс products. Можем для ресурса products описать те действия, какие наш пользователь может с ним сделать. Скажем, создать новый продукт, удалить старый, изменить его. То есть, допустим, у пользователя есть все права доступа. И, допустим, на эту же страницу у нас зайдет какой-то пользователь, который не имеет никаких прав вообще. Он может только посмотреть. Посмотреть или создать, например. Для него будет только два поля links, например, сам и create. Все остальное для него будет недоступно. Почему это так важно? Во-первых, это позволяет нам не обрабатывать роли на фронтенде вообще. То есть мы зачастую тянем за собой какую-то ойку на фронтенде, подтянули роль пользователя, если ему можно видеть эту страничку. Мы ее показали, если ее видеть нельзя, мы ее скрыли, но суть остается все та же. Мы тащим за собой какие-то сервиса, которые обрабатывают роли пользователей. И это дорого, это бессмысленно, потому как сервер делает это для каждого запроса, который мы туда отправляем. Но по умолчанию, с точки зрения безопасности, это является просто must-have. Если сервер все равно проверяет роль нашего пользователя и права его доступа, для них почти ничего не стоит вернуть вот этот вот массив links. А мы со своей стороны просто проверим. Если есть, допустим, здесь линка для create, мы ему кнопочку показали. Если линка для create нет, то мы ее не покажем. Это экономит очень много времени на самом деле. Я очень рекомендую задуматься над использованием HateOS в своем проекте. Да, простите, здесь ошибка, здесь я А забыл. Дальше. ReactiveX. ReactiveX — очень крутая штука, которая помимо простоты и удобства несет для нас ряд определенных рисков. То есть вообще, что такое ReactiveX? Это еще один способ организации асинхронных действий у нас в браузере. Ну и это ведет к пересмотру композиции компонентов, которые у нас есть. Об этом сейчас поговорим поподробнее. Есть проблема, которая встречается довольно часто. Это XHR overhead. Скажем, у нас есть простейшая ситуация. Есть компонент. В этом компоненте у нас есть обращение к серверу, там какой-то сервис, который вызывается, и он возвращает нам observable. И мы хотим показать у этого объекта, который к нам с сервера пришел, пусть будет этот объект, отобразить в темплейте все его ключи. Скажем, там пришел нам объект user. Мы хотим отобразить username, там user surname, mobile phone и так далее. Если мы просто в темплейте вызовем все эти ключи с пайпом async, мы отправим ровно столько запросов, сколько раз мы обратились к этим ключам. Для того, чтобы эту проблему решить, у нас есть определенный ряд факторов, с которыми мы должны разобраться. То есть мы должны разобраться с композицией компонентов. Мы можем поступить как этот парень. Да, можем поступить несколько по-другому. Есть вариант использования
так называемого подхода Smart и Dump компонентов. Возможно, кто-то из вас работал с React, и там это распространено гораздо более. То есть есть какой-то Smart компонент. Он у нас выполняет роль компонента, который взаимодействует с данными. Он ничего не отображает. Для отображения у него есть дочерний dump компонент. Smart компонент обращается у нас к какому-то источнику данных. То есть, скажем, у нас есть сервис вне этого компонента. И откуда сервис берет наши данные, для нас уже не важно вообще. У нас есть этот сервис, и он возвращает нам observable. Для того, чтобы не вызывать его каждый раз, мы можем пробросить его просто с помощью input-декларатора, наш дочерний компонент. На этом моменте у нас произойдет подписка на observer, и в input-декораторе мы можем обращаться к его параметрам напрямую, без pipe async, и мы выполним только один запрос к серверу. Данная схема она нужна зачастую, если мы работаем с endpoint'ами, которые возвращают нам объект. С массивами данная схема зачастую не нужна. Мы можем просто перебирать массивы одноразово с асинком, потому как мы вызываем асинк только один раз. Следующая проблема, о которой стоит помнить, это проблема утечек памяти. Выглядит это так, и заканчивается это зачастую сообщением хавепа. Решение частичное у нас уже есть из коробки. Это решение называется Zone.js. В Angular используется обертка, поверх него это ng-zones. И zone.js отвечает за компоненты, какие у нас есть, и за байдинги, которые там используются. Zone.js под капотом работает на самом деле довольно интересно. Скажем, если мы просто подключим zone.js на страницу у нас, скажем, Angular, и выполним какой-то ивент, он уже будет подписан на зону, несмотря на то, что явно мы его не вызывали. Зона патчит все абсолютно все доступные нам асинхронные функции, методы, и добавляет в них переключатель, который позволяет их отменить. И, предположим, у нас есть компонент. Пользователь запустил запрос на получение какого-то тяжелого объема данных с сервера и потом ушел с этой страницы. То есть эти данные ему больше получать не надо. Мы можем отменить этот запрос, как только компонент заберет деструктор. Он заберет также зону. И тем самым мы можем оборвать запрос, который у нас был, и снизить нагрузку на сервер, и снизить нагрузку на фронтенд также, что на самом деле очень хорошо. Также Zone.js используется для проверки изменений, какие у нас есть. И, возможно, вы помните, в первом Angular была такая штука, как Digest. Сейчас вместо дайджеста используются зоны, и выполнить вручную, как раньше был запуск дайджеста, можно выполнить с помощью зон run. Вот. И также у нас есть hook ng-on-destroy, который имеет смысл для того, чтобы забирать observable, которые находятся за пределами нашей зоны, скажем, в сервисе. И также мы можем с помощью ng-on-destroy забирать какие-то свои события, которые мы, скажем, вот, на примере с попапом, который мы забайндили, например, на body, на документ. Почитать об этом можно в документашке Angular про Zone.js. К сожалению, не могу поделиться каким-то хорошим докладом по этой теме, и информация довольно непопулярна. Дальше. Проблема с байндингами. Это проблема не технологии, это проблема того, как мы используем эту технологию. В частности, у нас нам кажется очень удобно использовать двусторонний байндинг. На самом деле под капотом двусторонний байндинг — это смесь байндинга внутрь и внаружи, а также двухсторонний байндинг позволяет нам создать утечку памяти, я расскажу как. Далее была такая штука крутая в первом Angular, как singular binding. Грубо говоря, у нас подгрузилась какая-то информация, мы ее в темплейт положили и отписались вообще. Все, больше мы не будем с этой информацией никак взаимодействовать. В Angular 2, к сожалению, такое решение из коробки недоступно. И у нас есть лишь различные костыли для того, чтобы это реализовать. Вкратце, в байндингах у нас есть однонаправленный байндинг внутрь. Грубо говоря, у нас есть какой-то массив данных, который мы отправим в dimensions, внутрь нашего компонента. И когда мы будем изменять в родительском компоненте наши dimensions,
и они будут обновляться внутри. Есть бандинг внаружи. Грубо говоря, у нас есть какой-то компонент, скажем, date picker, и когда пользователь выбирает дату, мы хотим уведомить родительский компонент о том, что там что-то изменилось. В компоненте update picker можем создать event emitter, который будет нам эмитить любую информацию, ну, она будет находиться вот здесь, вот в event. И подписаться мы можем на него с помощью любого метода родительского компонента. И есть двунаправленный байндинг, он же banana in the box, который позволяет нам отслеживать изменения с двух сторон. Но повторюсь, что, во-первых, это зачастую не всегда нужно. Возможно, не каждое изменение этого ng-модуля нам необходимо отслеживать снаружи. Возможно, пользователь что-то набрал, потерял фокус нашего инпута, и только после этого мы хотим уведомить родительский компонент о том, что что-то изменилось. Это позволяет нам существенно сэкономить ресурсы. И последняя проблема, о которой я хочу поговорить, это не используйте DOM. Я сидел над этим слайдом полчаса и хотел придумать еще что-то, но основной совет — это не используйте DOM. Это звучит абсурдно, я знаю, поэтому что мы можем сделать с DOM-ом как таковым? Во-первых, мы можем использовать подход, когда мы удаляем элементы из DOM-а вообще и ложим их обратно вместо того, чтобы прятать их. Потому как, когда мы их прячем, мы все равно перерисовываем все ноды, в том числе и дочерние. Так работает под капотом браузера. Дальше. Это довольно банальный совет, но, к сожалению, в это приходится спотыкаться. Это не используйте, пожалуйста, вызовы в DOM напрямую из Angular. Это ведет куча бед зачастую. Вот. И также, если уже нужно обратиться к DOM-элементам из нашего приложение, используйте специально подготовленные для этого вещи, такие как ElementRef, ViewShield, ViewChildren. Они позволяют нам искать что-либо именно внутри нашего компонента. И они позволяют нам взаимодействовать с атрибутами напрямую, не напрямую в доме, а с помощью декораторов Angular 2+. Собственно, у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы, если они будут. Спасибо. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если не получили информации... У меня еще в ходе лекции сразу возник вопрос, за счет чего, собственно, возникает экономия при иммутабельных объектах? Ведь выделение памяти — это тоже само по себе дорогая операция и по времени, и плюс это съедает память. Просто само по себе использование иммутабельных структур данных, оно не несет нам никакой выгоды в плане памяти и ресурсов, скорее даже наоборот. Иммутабельные данные нам позволяют реально сэкономить ресурсы, когда мы используем их в паре со стратегией отслеживания изменений on-push. То есть, грубо говоря, вместо того, чтобы сравнивать каждый объект по значению, ну, скажем, у нас есть объект с 1000 ключей в компоненте, и когда приходит у нас очередь проверить изменения в этом файле, Angular возьмет один объект, старый, который он себе сохранил, там где-то 1000 ключей, новый, там где 1000 ключей, и пойдет по каждому ключу сравнивать все значения, какие могли измениться. Это дорого. Но если у нас есть иммутабельный объект, и включен он detection strategy on push, то Angular просто проверит ссылку, не является ли этот объект тем, каким он был раньше, там, как мы его пересоздадим, если используем иммутабельные структуры данных, и сэкономим очень много процессорного времени. А можно ли Angular сказать перепроверь эту ссылку или перепройди, перестрой ее без воссоздания? Да, можно. И я, кстати, показывал, но не акцентировал внимание на этом. Спасибо. Сейчас покажу. Вот, у нас есть Change Detector Ref, который используется для того, чтобы пнуть компонент о том, что что-то изменилось. Грубо говоря, когда мы используем detection strategy on push, при изменении этой ссылки сам change detector сюда не придет. То есть если вы создадите вот такой вот компонент, выполните change detection on push и вот эту строчечку вы удалите, то автобайдинг не сработает.
мы должны самостоятельно пнуть Angular 2 с плюсом, прийти сюда и забрать все изменения, какие у нас были. Во-первых, это позволяет нам точно показать Angular, где произошли изменения. Он не будет проходить по всем листьям нашего дерева сверху вниз. Он придет только сюда. И во-вторых, будет понятно, на каком уровне все это дело произошло. Если у нас не изменился characters, когда он сюда дошел, ссылка на него, тогда просто следование вниз дерева прекратится. В случае с классическим подходом этого быть не может, потому как тогда еще непонятно, что может быть в дочерних элементах, потому как там ключи ключей и так далее. Здесь же это работает таким образом. То есть если мы используем onPush, то нам придется часто использовать markForCheck. Это можно также использовать markForCheck, если мы используем обычную стратегию отслеживания изменений, но на практике оно никогда не надобилось в случае с обычной. Спасибо за доклад. Ты ничего не сказал о модулях и разделении на модули приложения как таковое. Там же можно в Angular 2 логически поделить, например, приложение на куски, так сказать, и загрузить их lazy load'ом, то есть первая загрузка произойдет как бы намного быстрее, если у нас будет там ряд модулей. Или в этом вообще нет никакого смысла, и лучше все раз загрузить один раз и как бы я с ним работать. Да. Мы используем модули для каждого компонента, для, скажем, каждого экрана. Например, у нас есть редактирование, скажем, там каких-то ивентов. И я имею в виду не ивентов с точки зрения программирования, именно ивентов с точки зрения событий человеческих. И для него у нас есть свой модуль. Есть страничка со списком ивентов, это тоже свой модуль. И каждую функциональность, которая выделяется в один экран, мы предпочитаем экспортировать в один модуль, потому как, во-первых, мы подгружаем только те модули, какие нам нужны, те компоненты, какие там отображаются. Во-вторых, код получается более структурированным, его удобнее поддерживать. И когда мы с помощью Angular CLI добавляем какие-то компоненты, он очень удобно проходит по дереву вверх, добавляет в модуль все наши зависимости, оно сразу с коробки работает. Другой вопрос по поводу lazy loading. Я пытался прикручивать lazy loading, и на практике оказалось, что так или иначе большинство тяжелых библиотек, в частности весь наш вендор почти, он тянется сразу, то есть он нужен для всех, в частности, взятых модулей. Всякие календарики, какие-то там кастомные формы, маленькие библиотечки, какие могут использовать тот же момент, который может использоваться не везде. Они на самом деле весят не так много, чтобы сэкономить при lazy loading. Но когда мы используем lazy loading, мы также добавляем наш бандл, кусок кода, который его подгружает. И когда я это делаю, я использовал just-in-time компилятор. Если честно, я не уверен, что это реально использовать, если мы будем пользоваться out. Еще вопросы? Про subscription management что-то можешь рассказать? Как вы с этим боретесь? А с чем именно боремся? Точнее, наверное, больше unsubscription management, да? То когда мы используем не используем to promise в Rx, а используем subscribe, потому что мы должны сделать unsubscribe. Я понял. Так как весь свой взаимодействие с данными мы зачастую выносим именно в сервиса, то, естественно, когда умирает компонент, у нас остается обсервер, который мы создали. И мы отписываемся зачастую от них вручную с помощью lifecycle хука on destroy. К примеру, такая ситуация. У нас есть кнопочка submit формы, и человек начинает ее просто безудержно спамить. Вот. А мы отправляем постзапрос какой-нибудь, то есть мы не можем ее постзапрос закинуть через async pipe то есть сделать правильные компоненты, да, структуру наших компонентов. То есть тем самым, если мы будем просто записывать unsubscription в переменную, то у нас только сделать unsubscribe только последнее. Я понял. Но в первую очередь я бы использовал дебаунсер, который есть встроенный в RxJS, для того, чтобы таких парней отловить. Вот, а второе, есть практика, когда при отправлении следующего запроса, при создании следующего observable удаляется предыдущий. То есть хранится где-то в сервисе ссылка на предыдущий. Если мы создаем новый запрос, то мы удаляем предыдущий.
никто больше не надумал? Вопросы? Саша, давайте еще раз поаплодируем Саше. Саша, спасибо большое, что подготовился. Если у кого-то все-таки будут есть вопросы, но стесняются задать при всех, Саше, можно Саше задать их лично. Возможно, рассказать про какой-то кейс свой лично на работе, и, возможно, он тоже сможет дать ответ. Саш, я хочу тебя поблагодарить, это действительно классно. Я знаю, что ты сегодня дорабатывал презентацию, потому что вышла новая версия, потом еще что-то. И ты такой, вау, надо же рассказать все. Это действительно очень здорово, ты не оставил то, что у тебя было, да, действительно адаптировался, расширил и показал, что есть сейчас, то есть самая-самая новейшая информация. Это действительно круто, спасибо тебе огромное. Я хочу тебе подарить твою коллекцию, такую же штуку, она у тебя уже есть. Ну и тебе еще одна не понадобится. Дата же другая. Ну это другая, дата другая, да. Но, в принципе, все остальное такое же. Спасибо. Держи это тебе, спасибо большое, приходи еще. Действительно рада, что ты выступаешь, и это классно вообще, и помогает ребятам узнать что-то новое, спасибо. И тебе прокачаться, узнать что-то тоже новое в поиске информации. Ребят, хочу вас попросить еще об одном. Вы получили анкетки, где можно оставить свой фидбэк по поводу сегодняшней встречи. Нам очень важно узнать вообще, что вам понравилось, что не понравилось. Пожалуйста, еще также сзади или внизу напишите те темы, которые вы хотели бы услышать по JavaScript, для того, чтобы мы следующие темы готовили, понимали, кому что интересно, что актуально, не актуально и так далее. Действительно важно. Саше тоже будет очень интересно узнать фидбэк по поводу доклада, что добавить, что убрать, и прочее. Это действительно всегда интересно, помогает. Мы читаем это. Не зря мы это просим у вас делать и обрабатываем. Да, понятное дело, что все добровольно, любые пункты можно заполнять, не заполнять. Для нас очень важна обратная связь от вас. Все, что я хотела сказать. Все информации мы отправим на почту. Саша, думаю, поделится презентацией. У нас будет видео и фотографии. Вот, следите за новыми анонсами и до встречи!